самые сильные, экстремальные и бесстрашные жители нашего города Очевка. Хочу поздравить всех со знаменательной датой 120-летия города Алчевска. Итак, сегодня в честь такой значимой даты мы проводим состязание между нашими силачами. Давайте поприветствуем их. Для наших участников число 120 измеряется как раз не в годах, а в килограммах. Соревнования начинаем по свистку главного судьи соревнований. Расскажите, пожалуйста, что здесь происходит, что сегодня за день вообще, и что это за игры такие? Ну, в городе Алчевске решили устроить вот богатырские игры в честь Дня города. Мы из Брянки увидели это в группе ВКонтакте, решили поддержать, приехать, поучаствовать. На людей посмотреть, себя показать. Что вы можете сказать ополчению Новороссии? Ой, чтоб держались, удачи, и чтоб наконец-то уже разрешилось все. И мы мирно все жили, без всяких эксцессов. Вот я написала маленькости, Алчевск, ты снова возвратился. Сути наших трудных лет. Пока наши спортсмены отдыхают, желающие могут попробовать сколько лет в мире, попробовать выполнить одно из упражнений. И кукуруза здесь росла. Но мы построили дома, чтобы жизнь прекрасная была. Красивый город стал такой. Проспект Металлургов молодой.